истории в этих взаимоотношениях этих людей является такой парад взбесившихся слов, которые они обрушивают друг на друга. И вот чтобы выбраться за пределы этих вербальных знаков, как придуманных человечеством, нужно проделать большую духовную работу. Ну, вот, собственно, эта история родилась для конкретных молодых людей, которые вот, находятся в определенном возрасте.